нарушение правил. Ну да, прямо на глазах у Паратса Ромеро были нарушены правила. Сделал это Серхио Рамос. Ну, а вот эпизод, который судьи оставили без внимания. Да, все здесь очень четко нам показали. Разыгрывает штрафной Рая Вальякана. Вот, спасибо. Подсказывают, что на руках у Серхио Рамоса, который сейчас, кстати, получает желтую карточку, татуировки с именами родителей. Это было имя его мамы. Вот так. Серхио Рамос за минуту еще и удалился. Ну, конечно, красавец. Но это только Серега может. Вы знаете, я, честно говоря, проморгал момент, когда ему дали первую желтую. Ну, вот, видимо, в том эпизоде в центре поля. Вот это да! Серхио Рамос удаляется на 18-й минуте. Смотрим, что здесь было. Мяч попадает ему в руку. Он, правда, тут же хватается за лицо почему-то. Да, интересный ход. Ну, понятно, да, где эти две карточки набрались. Вот это да.